Глава региона Батухайтиков обсудил с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым реализацию мероприятия индивидуальной программы развития Калмыкии. Как отметил куратор республики, каждый субъект России имеет свои особенности, поэтому индивидуальный подход является самым правильным. Он также подчеркнул, что важно не ограничиваться разработанной программой, а действовать гораздо обширнее в решении проблем, искать нестандартные пути для раскрытия потенциала республики. Важную роль в определении приоритетных направлений развития Калмыкии для нас играет кураторство региона. На федеральном уровне мы работаем в тесном взаимодействии с министром Александром Козловым. Александр Александрович верит в потенциал Калмыкии, он готов активно сотрудничать и помогать нашему региону. Был рад встретить вновь и детально обсудить актуальные для Калмыкии вопросы, сказал Батухайтиков.